Всем привет, с вами Ёжики, вот они, первые награды за Weekend League FIFA 21, первая ВЛочка, я надеюсь, что сегодня с офигенным настроением я буду монтировать этот видос, там команда недели такая красивая, сейчас покажу. И не забывайте, что мой спонсор Parimatch, и сейчас он ждет ваших прогнозов на Лигу Европы, там очень много интересных матчей и где-то очевидных по результату, так что имейте в виду, что ссылочка в закрепленном комментарии принесет вам до 5000 рублей или 2500 гривен при первом депозите на свой игровой счет. Успехов! Parimatch! Элита 1 в первой ВЛ, 28-2, 125 тысяч монет, 3 красные информа, 2 пака за 100к и 2 пака по 3 продаваемых информа. Ну и, как обычно, начинаем с красных информов. Первые красные информы, ребята. Самый главный герой команды недели — это Маркус Рашфорд и Тимо Вернер. И именно Рашфорд просто офигенный. Я с ним сыграл вчера в драфте, ночью прокатился. Он мне безумно понравился. Или Вернера хотя бы тоже можно было бы заиграть красиво. Короче, открываем свои красные информы. Я не играю больше в Weekend League. Беру просто вот этого типа с Марселя. Брать там было некого. Да. Кудус. Вот это так награды за Weekend League. Невероятно. Фантастические красные информы. Мотивация на следующую ВЛ уже обозначена. Поехали. Паки за 100к. Без волкаута. Действительно, а почему бы нам тут с волкаутом игроков давать пак за 100к? Информ. Ольма. Прицепился он ко мне, капец, еще в красной информах лез, я его не брал. Сейчас вылез. Бонуччи. Чуть-чуть рейтинга. Порту, Рэмзи. Первый пак за 100к абсолютно ни о чем. Давай теперь пак с информами откроем. Здесь волкаут. Ну-ну. Италия. Флоренци, 84 рейтинг. Нам нужна Англия или Германия. Во флага, во всем остальном мне вообще не интересно. Вот она, Weekend League. Поставлю форму Камеруна на фарт. О, а то что-то в той промо-форме вообще нифига не лезло. Можно тут Сенегал нам принести, Мане, я не против. Есть волкаут. Хорошее начало. Но только давайте не волкаут за 10к, Испания, Давид Сильва. Лол, вот это надо так сразу угадать. Награды за Weekend League. Офигенно. Лено. Угу. Кстати, Лига Чемпионовская карточка. Ага, уже не стоит так много. А то на днях падала какая-то бомжа карта за 10к отправил. Но уже хайп прошел. И последний пак с тремя информами. Давайте, Англия здесь, Рашфорд, и я все прощаю и забываю. Ясно. Ясно, невероятно. Итого, за 28 побед в первой Weekend League я получаю абсолютно полное дерьмо. Бомба еще здесь, который, наверное, тоже 12к стоит. Не, ура, 25 тысяч, бомба. Ничтожные красные информы. Отвратительные паки за 100к. Никакущие паки с информами. Все, мои награды закончились. Мой дроп в наградах за Weekend League вы только что видели. Поэтому, естественно, я сейчас возьму монетки за дивизионы. Просто кэш и до свидания. Помню, неделю назад я брал пак за 125 тысяч. И там какой-то чудак рейтингом 82 был, по-моему. Ну давайте пакетик еще такой один открою, остался. Добьем его. И все. Так-то я редко паки открываю. Это моя вот третья сотка баксов. Нет волкаута. Играю только драфты, потому что с паками абсолютно не лезет. Но тут хоть что-то. Парти. Интересно, сколько он сейчас такой стоит. Может быть, 25к будет. Все-таки карточка хорошая. На позитивной ноте, чтобы закончить этот видос. Пока что я себе купил Нельсона Семеду направо в защиту. Потому что с Бисака я был недоволен, как вы помните. Мне не хватало скорости чуть-чуть. Во всем остальном, особенно в отборе, он мне нравился. Брал UTV-версию, потому что такая себе играющая инвестиция. Ну и Обамьянга на информ Рашфорда разменять было бы прикольно. Но я не знаю, буду ли это делать, потому что Маркус, наверное, просядет еще в стоимости. И я опять сыграю Weekend League, в которой сыграю с Рашфордом. Он упадет на 100к, и я получу эти 100к кэша в наградах. И спрашивается, зачем это было делать. Ну и напоследок скажу вам, что вы не увидите никаких спойлеров в течение всего сезона по поводу моего дропа Weekend League. Просто будет вот награды за Weekend League номер 1, номер 2, 3, 4 и пошло-поехало. Чтобы вы не знали, повезло мне, не повезло, классный дроп, говно. Будет круто, будем радоваться вместе. Будет дерьмо, будем
разочаровываться вместе. На сегодня все, с вами был Ёжик, увидимся, до встречи и всего хорошего. Я бы этот режим с Ultimate Team переименовал на Pay to Win Team. Справедливо было бы.